А, тут просто экран был, все. 23 мая. О, ловушка. Отлично. Ловушка для стефонов, это всегда хорошо. Сколько же людей тут померло? Жесть. Спасибо за подписку. Спасибо большое за подписку. Так. Четвертый уровень. Нет, пока не смогу. Пойдем тогда сейчас. Не знаю, смогу я этих спасти, нет. Я тут уже все забрал. Сейчас. Как выбрался, дебил? Не понял. Понял. Пацаны. В бой. Погоди, вот интересно, он турели тоже может так захватывать? А типа от этого никак нельзя уйти или что? Что-то юмора не понял. Подожди. Хрень, по-моему, какая-то, нет? Ага. О! Смотри, смотри. Начал стрелять. А теперь вот такой. Так. Три. Так съедим. О, попал. Блять, патронов нет. Что делать? Муравью приделать. Вот что делать. Трейн мой сломал, да? Че ты, ну? Вы же были как друзья прям. Не разлей вода. Я на самом деле ненавижу тебя. Все, да? Ты спустись, поговорим. Спустись, спустись. Угу. По-моему, зря отпустил. Надо было до последнего держать. Да умри ты уже, ну. Наконец. Так. 13 патрон. Тут был проход, он куда-то улетел сюда. Нет. Хочешь сказать, он на крыше? Хотя, даже если он на крыше. Я вот всегда забываю про то, что у меня есть гипсопушка. Серьезно? Серьезно? Дружище, ты как вообще, нормально? Угу.
Ну да. У нас же все так делается. Через одно место. Гипс опушка. Так. И сюда. Без сознания. Так, то есть они живы. Понимаешь? Все-таки экспас. Окей. Так, банановая пальма. Нормально. Регулятор напора воды. А, вот он. Угу. Ну и отлично. Так. Регулятор еще один. Что это у нас? Медоператоры? Давай. А давай. Нет, я не тут. Не успею. Не успел. Отлично. Запрос нового оператора. А, научный, это пси. Нет. Пси-оператор мне не нужен. Научный оператор Сивилла 495 готов. Не заденьте проем. Сканирую. Сканирование показывает, что ваши умственные способности. Ну да. Это должно помочь. Это поможет вам сосредоточиться. Псиэнергия. На самом деле псиэнергия сейчас пока для меня такой. А, доктор Ю, что произошло? Где? О боже, вы. Вы же убили эту тварь. Да. Я пришла сюда устанавливать турели, ликвидаторы. А потом все стало серым, все стало резким. И я не могла себя контролировать, я... Но турели все еще на складе с оружием. Мы можем ими воспользоваться. Ну, отлично. Вот код. Я пойду в грузовой отсек. Охранники должны были отступить туда. Если я не явлюсь, Сара меня убьет. Новый код. Отлично. Не зря. Тифоны не в первый раз вырвались на свободу. Это уже случалось. Да, заметил. Вскоре после первых ваших тестов. А. Вы требовали остановить проект, эвакуировать всех. Но Алекс убедил вас, что контролирует ситуацию. Именно тогда вы стали действовать втайне. Спрятали схему своего ключа, видеоролики, создали протокол январь. Ваше беспокойство не было напрасным. Окей. Я тебя услышал. На самом деле, я не знаю, кому верить. Январю или декабрю. Вы нашли турели? А, погоди. Надеюсь, они порвут этих тварей. Декабрь? Да, по-моему, декабрь второго зовут. Вроде. Если не ошибаюсь. Поехали тогда. Здравствуйте. Рад снова. Сейчас дверь вот эта. Да возьми. Поехали, дверь сейчас откроем. Чтобы можно было спокойно заходить. И пойдем в склад, на склад. Надеюсь, там не только турели, потому что если там только турели, ну типа это глупо будет. Так. Дробовик. Мне патроны сейчас где-нибудь найти. 43, 35. Так. Давай, слушай. Оружие. Есть, отлично. А еще можно? Достаточно места для дробовика. Ноль 0,75, а в дробовике 1. Ну и давай. Че, давай. Значит, давай. Так, давай сейчас подумаем. Так, это по квесту предметы. Здоровье на полную. Надо сейчас починить костюм. Очень надо. Еще, отлично.
Так. Ага. Ясно. 5 нейромодов. Пофиг. Так сделаем. И еще что-нибудь нужно. Погоди. Дробовик занимает 3 слота. Че я парюсь? Серьезно. В смысле недостаточно места? Подожди. Подожди. Недостаточно ему места. Хрена себе. Добрый день, Талос. Безопасность Талоса – наше общее дело. Заявки и предложения направляйте на адрес. Это вы, конечно, хорошо придумали. Да. Подожди, как его там разобрать? Секьюрити собака transstar.co. Подожди. Патроны дал. Сырье один. Вот так сделаем. Аккумуляторы. Господи, хватит уже, ну. А, давай уже до конца нейромоды. Так, телепатия. Парирование. Создает щит. Хрень. Псишок. Хрень. Телекинез. Силой мысли вы можете перемещать объекты и взаимодействовать с устройством, находящимся в радиусе 10 метров. Повелитель машины. Вот он, взлом разума. Это идет отсюда. Ага. Кроме того, люди выходят из контроля тифонов. Погнали. Да. У меня как раз 5 нейромодов. Подожди, а почему я не могу ее прокачать? Нужны дальнейшие исследования. Да ёб твою мать, ну. Фантомный сдвиг, это фигня. Это тоже фигня. Угу. Инженер. Так, сколько у меня? 2. Осталось снаряжение. Прокачать. Отлично. Улучшить. Ничего. Улучшить. Угу. Да давай, ну. Дальше. А, то есть это нельзя прокачать. И это нельзя прокачать. Нет, хоть можно. Уже неплохо. Так. Дробовик. А, уже все не хватает. Все. Вот и хорошо. Не понял. Ты не тот, кем они тебя считают. А ну нас слышишь? Клеточный линий сражается с ними как с инфекцией. Чё за хрень? Как тебе это? Что-нибудь напоминает? Нет. По твоим словам, это как выйти из своего тела. Словно само время остановилось, ожидая твоего решения. Тебе удалось сдвинуть стул, не касаясь его. Я похолодел. Какие возможности? Тот день тебя изменил. Перевел на новый уровень. Я понял уже тогда и верю в это сейчас. Наша задача – также возвысить все человечество. Единственное, что я теперь не могу понять, вторые меня теперь будут атаковать, правильно?
Указать цель. Блять, как все сложно-то, а? Новая запись. Офицер Дзя, это Элазар. Дзя слушает, шеф. Чем могу помочь? Свяжись с трюмом и поручи Шоу снова включить трекер Гранта. Локвуда. Браслет отключен в связи с окончанием контракта, но Локвуд не сел на шаттл. Я хочу узнать, где он. И отправить куда надо. Понял, босс. Мышки с давлением. Что я, может, совсем понимаю что-то или что? Тут у меня тоже типа как дополнительное задание, правильно? Несколько задач. Главный лифт. Так. Теплица. Подожди. А как у меня в теплице два врага? Нормально. Ну-ка. Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Здравствуйте. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психо... Два врага, видишь, в теплице. Сильный потенциал близок к максимуму. Я пойду в грузовой отсек. Не хочу злить Сару. Даже если она не выжила, она найдет способ посчитаться со мной. Что-то я не понимаю. Ой, иди нахрен, короче, все. Не хочу. Интересно, мы только время убьем. Тут была турель, да? Сейчас проверим, кстати. Стой. Функции. Карта сектора, во-первых. На защитной двери уже все, я как бы уже все взломал. Так, больше нет ничего интересного. Нет, тут защитная турель. Понял, ладно, побежали в начало. Сейчас переделаем все в сырье. Здравствуйте, рад вас видеть. На самом деле эту игру можно, мне кажется, проходить до бесконечности. Типа первый раз ты играешь с человеком, там, и дальше там можешь играть. Что за звуки, блин? В другой раз ты, например, можешь играть как Тифон, то есть уже там с прокачанными всякими способностями. Где начало? Вот начало. Поехали. Сложно. Пусти. Я не помню, где этот вход. Это единственная проблема. Серьезно, где вход? Я ж тут где-то вылазил, раз нет? Действительно, а где же у нас вход? Так, в корзину. Так. Это нельзя. Так, хорошо. Так, это. Гранаты я оставлю. Пока что. Пока, мне кажется, они пригодятся. Ну и все. Вроде, да? 8 железных ремонтов. Так.
стоит. Прокачка. Так. Патроны. Батарея есть. Есть батарея. Теперь хоть смогу роботов убивать по-быстрому. Так, это у нас на пистолет. Сколько на пистолете? 60 патронов? Мало. Ну понятно, короче, все в пистолет. Дробовики 19, нормально. Так, несколько задач. Без сознания. Хранилище данных. Хранилище данных. Я был в хранилище данных, вроде нет. Погоди, что у меня сейчас по основному? Задача, собирая голоса, поиск образца, жилая зона. То есть мне сейчас нужно в живую зону. Типа хранилище данных. Так, подожди. Видимо, я там был не до конца, раз у меня это не выполнено. Задача, хранилище данных. Требуется голосовая идентификация. Повторите следующие слова. Гармоника. Доктрина. Энтропия. Мальва. Угу. Я тебя услышал. Пониженная гравитация. О, опять. Да. Не хочу. Блин, хоть и красивый вид, но... Не знаю, мне уже как-то поднадоело летать. Так. Несколько задач. Искать лабораторию. Кто? А, медоператор. Так, ну, нахрен ты иди. Император, блин. Так, задача дальше. Шлюз, это не то. Вот. 300 метров. Хрена тут рвануло.
Мощно. Это был размер. Вон это Кальвино. Так. Несколько задач, труп. Шлюз, шлюз. Подожди. Где? Не понял. Я думаю, сейчас, наверное, добежим до этой лаборатории и закончим. Потому что я уже что-то тоже подустал. Но я думаю, в принципе, нормальная серия вышла. Привет. Ты нормальный? Дурак, что ли? Бог, тут медоператор есть. Кстати, наш такая хрень была. Третий. Мысли. Можно же было, но тут же был второй. Нормально. Хорошо. Я тебя услышал. Добро пожаловать. Привет. Чем я могу помочь? И туда не смогу. Передвигаюсь. Вот же гадство. Угу. Блэкбокс. Ну, поехали. Блэкбокс. Зараженный. Господи, мать твою, а? Можно как-нибудь мне раньше видеть, чем они меня? Ваша гидравлика подтекает. Подтекает. Сейчас ты меня подтекешь. До свидания. Дурень, блин. Справа еще какие-то наверху. Подожди, их двое было. Где второй? Ой, задолбали. Где медоператор? Передвигаюсь. Давайте. Диагностируем. Похоже, у вас вывелся тяжелый день. Вообще. Здорово. Не забудьте заполнить анкету для пациентов. Хорошо. Ваше мнение очень важно. Так. Пистолет. Фантом. Наверху. Угу. Увидел. Вас назначен сеанс. Он меня тоже, да? Гнездо теперь появилось. Вы серьезно? А,
дебилизм какой-то. До свидания. Кач? Серьезно? А, я тебя услышал. Короче, на корабле начинается тотальный вакканейшн, да? Внимание! Целостность космического. Где ткач? Где чертов ткач? Попробуем еще раз. Неправда. Что такое нейромод? Отлично. Щенек. Минус ткач. Надо было просканировать. А вот это не надо делать. И вот этого не надо делать. Да мать твою, что за хрень? Где эта хрень? Куда надо? Дальше поехали. Так, значит, не сюда. Ну, поехали.
комнату мимо, Литл Фэн. Вообще ни о чем не. Так, проект Black Box. Обновление, резервный файл. Ну-ка. Конфиденциальный отчет о выполнении работ 10DB3. Уильям Ю. Подожди, Уильям Ю. Это не мой брат, правильно? Или это мой брат Уильям? Короче, это либо мой брат, либо мой отец. Угу. Понял. Так. Что, все же лежит для изготовления лучемета. Так. Отлично. Аккумулятор для лучемета. Угу. Блин, я думал, тут до хрена все будет. Подожди, это все хочешь сказать? Серьезно? Понятно. Так, ладно, ребят, давайте на этом, пожалуй, сегодня закончим наш стрим. Серия-то я не знаю, когда выйдет в ближайшее время. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну а с вами был Милапси. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.